Добрый день. Мы рады вас приветствовать сегодня у нас в гостях. Спасибо, что вы нашли время для нас. Для наших интернет-пользователей, которые сейчас смотрят нашу трансляцию, я представлю вас. Сегодня в гостях у «Комсомольской правды» председатель Донецкой областной государственной администрации Шишацкий Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, ну, наша встреча проходит накануне одного из самых главных наших праздников, Дня Шахтера. И поэтому, наверное, давайте начнем нашу беседу именно с состояния в угольной промышленности. Традиционно раньше всегда шахтеры пытались какими-то трудовыми успехами встретить свой профессиональный праздник. С какими показателями мы подходим в этом году к празднику? Вы знаете, я, наверное, все-таки сначала хотел бы поздравить всех читателей «Комсомолки» и всех, кто участвует в этой, скажем так, интернет-общении с сегодняшним праздником. Преображением Господним или как яблочным спасом. Хороший, светлый день. Я хотел бы пожелать всем добра, здоровья и веры. Веры в удачу, в достижение цели, будьте счастливы. А что касается Дня Шахтера, мы вышли практически уже на уровень добычи прошлого года. Не скрою, было отставание. Сегодня средняя добыча угля в сутки по Донецкой области около 103 тысяч тонн. Есть положительные моменты снижения остатков как на складах шахт, так и на складах теплоэлектростанций. Конечно, запасы достаточно большие еще как для этого времени года, но мы надеемся, это не будет мешать нам все-таки достичь как минимум уровня прошлого года, а возможно его несколько преодолеть. Донецкая область по-прежнему около половины всего угля Украины добывает, и наша доля в этом году не изменилась. Для меня еще, что очень важно, это все-таки своевременное перечисление всех дотаций угольной промышленности из Киева в регион, а значит и выплата заработной платы шахтеров. Я уверен, что все выплаты будут произведены своевременно, и никто праздник не встретит с невыплаченной заработной платой. Вы сказали, что мы выйдем на уровень прошлого года. За счет чего? За счет интенсификации труда или же будут какие-то новые лавы открываться? Не, вы знаете, мы отставали. Естественно, лавы и закрываются, и открываются параллельно. Нагрузка на лаву несколько выросла. Но вопрос, сегодня все пляшет от сбыта. Вот то введение квот на ввоз импортного угля, оно сыграло свою положительную роль и в части распродажи остатков, и в части уже пришло с эффектом и для того, чтобы все-таки увеличить добычу. Вопрос от нашего читателя. То, что касается угольной промышленности, вы уже немножко рассказали нам, но продолжение этого вопроса такое. Сейчас в средствах массовой информации прошла информация, что область не выполняет бюджет. Какова на самом деле экономическая ситуация в области? 7 месяцев область, индекс реализованной промышленной продукции около 91%, то есть 9 с небольшим процентом у нас сегодня объемы падения промышленной продукции. В то же время в сельском хозяйстве у нас 10% рост, в основном за счет растениеводства. То есть можно сказать, что выполнение бюджета, оно напрямую связано с объемом производства промышленной продукции, сельского хозяйства, строительства, состояния товарных рынков. И, естественно, учитывая, что наблюдается падение некоторое, можно говорить, наверное, и о падении регионального продукта. Обычно он, правда, считается у нас по итогам года, но оценочно мы можем говорить, что есть несколько процентов. Добрый день. Да, пожалуйста, представьтесь. Добрый день, Александрович. Алло. Добрый день, Ильич. Добрый. Алло. Да-да, слушаю вас. Добрый день. Добрый. Так вот, я хочу сказать, что президент при формировании бюджета на следующий год ставит задачи и перед правительством, и перед Верховной Радой о том, чтобы все-таки формирование бюджета было смещено в сторону региона. И я уверен, что оно найдет вот отражение, эти новые бюджеты,
то, чтобы наполнить реальными деньгами и выполнить те поручения и те задачи, те же детские садики, скорая помощь и так далее. Алло. Вы сказали падение производства за счет металлургов, наверное. Ну, да? Оно, понимаете, около 10%, 9,8% где-то металлургии падения. Но учитывая, что металлургия там составляет в зависимости от, ну, месяц-месяц не приходится, от 35 до 40%, естественно, это в первую очередь влияет. Хотя есть снижение объема производства, дошло уже как бы падение металлургии, до металлургического машиностроения того же, есть снижение по машиностроению, оно тоже влияет. Где-то балансирует химическая промышленность, то есть или незначительный рост, или незначительное совершенно 50% падение помесячно. Но можно говорить уже о том, что все-таки июль к июню уже начинает наблюдаться рост, и есть у нас и по августу, вот сегодняшние дни показывают, что это среднее суточное производство чугуна где-то 36 тысяч. Стали 35, проката 29, то есть чугун в прошлом году это плюс 2%, ну к этому же периоду, а стали прокат минус 1. Ну как на кого-то чуть-чуть незначительное есть повышение. Вообще можно, конечно, сказать о том еще, что область в металлургическом секторе из-за цен и объемов по итогам первого полугодия недополучила порядка 7,5 миллиардов гривен, из которых где-то 4,5 за счет цен, снижения цены, и где-то около 3 миллиардов за счет объема. Ну, отсюда, опять же, вопросы и по бюджету, и по... Вы сказали, что у нас сейчас хорошо обстоят дела в сельском хозяйстве, если можно немножечко подробнее. То есть, это засушливое лето, которое было, оно, наоборот, нам сыграло на руку, получается? Да не, ну, скажем так, важны дожди, наверное, в мае, есть там известная пословица, кто знает, но я не буду ее приводить. Мы собрали ранних зерновых 1 850 000 тонн. С учетом того, что часть кукурузы скосили на силос, где-то из 107 у нас осталось останется к уборке 95. То есть можно ожидать где-то порядка 2 100 000 тонн зерновых. Это где-то будет второй-третий результат за всю историю Украины. Максимально у нас был в 2011 году 2 350. В прошлом году урожай у нас был всего 1 670 000. То есть у нас растениеводство, ну, покажет хорошую динамику с прошлым годом. У нас есть некоторое падение, где-то процента 3 по животноводству. В основном это связано именно с птицеводством. Дело в том, что в связи со строительством крупной фабрики в Винницкой области, именно как раз вот Крым, Донецкая область, там где это холдинг большой, есть такой известный Бахматюк, и он реструктурирует свой бизнес, где-то закрываясь, снижает производство яиц и птицы на своих фабриках, которые были построены ранее. Но я думаю, что это временный такой процесс, наверное, это может связано нехватка оборотных средств, возможно, с какой-то переориентацией на другие рынки, я думаю, мы поправимся. Незначительно есть снижение по КРС, при том, что надои на одну корову у нас растут. Я перейду к вопросам от наших читателей. Илья задает такой вам вопрос. Как вы оцениваете работу контактного центра и центра «Открытая власть»? Если по-большому можно сказать, это однозначно положительное, я положительно оцениваю. Контактный центр сегодня абсолютно доступен, туда всегда можно дозвониться, и тысячи и тысячи уже наших, скажем, абонентов, кто нам звонил, они получили ответы на свои вопросы. Вопрос в том, насколько эти ответы подкреплены конкретными делами. Ну, зачастую можно сказать, что реакция всегда есть, но нужны часто деньги, нужны еще и часто бюджетные деньги. Есть процесс, который нельзя сказать, так вот, мы этот вопрос решили. Поэтому контактный центр, да, центр «Открытая власть». Однозначно хорошо, однозначно надо расширять его. И единственное, что я вот продолжаю сегодня наблюдать, это что есть все-таки
очередь, это именно что касается паспортов. Утром, когда я иду на работу, особенно когда я иду пешком, я вижу, особенно часто молодых людей, бывает и в возрасте, которые ждут очереди, которые хотят попасть в ту квоту на паспорт, которая выдается на этом центре. Но положительно то, что к нам все-таки стремятся люди из других районов, даже из других областей, потому что знают, что здесь, без всяких проволочек, пришел, пакет документов сдал, тут же сфотографировался и пришел, срок получил паспорт. И, наверное, из-за этой вот популярности есть такие очереди. Но сейчас они несколько снизились. Нашли мы взаимопонимание с Авиа. По медицинской реформе вопрос Юлия задает. Вы предлагали назвать медицинскую реформу процессом улучшения здравоохранения. Аргументируйте, пожалуйста, почему и что уже сделано в области, чтобы медицина стала доступнее и качественнее. Вы знаете, надо всегда людям говорить правду, потому что если есть разница большая между словом и делом, есть отсюда недоверие, негатив и напряжение. Вот были в пятницу мы выездное заседание Комитета экономической реформы в Алматы. Ну, что можно констатировать? По-крупному нет больших изменений сегодня в алмазном районе. Тех, которые должны были быть согласно реформе, согласно вложенных денег. Есть сегодня субвенция по людям, у которых высокое давление. Но тем не менее в Алмавахе эти лекарства удешевленные можно получить только в одной больнице. Тут говорит о том можно, что не дорабатывает местная власть, руководство района. Потому что в том же Красном Лимане, куда мы по решению отправляем их на учебу, есть возможность приобрести и в других аптеках по району. То есть есть, когда есть желание. А так получается, в прошлом году несколько миллионов этой субвенции просто не было освоено и отправлено. То есть людям возможность не дали удешевить лекарства. И сегодня по области есть эта проблема, в частности в Алмавахском районе, домосвоение в районе 8% всего. А уже прошло больше полугода. Теперь, что касается дорог. Чтобы медицина была доступна, должны быть нормальные дороги. И я встречался в субботу с руководством Кубера Автодора и в первую очередь поставили на как раз по вопрос по дорогам, которые разрушены были вследствие деятельности тех же карьеров, потому что амбулатория находится в одном селе, а туда 5 километров практически не проездной дорог. Что касается самой больницы, можно говорить о том, что только родильное отделение в хорошем состоянии после ремонта за счет спонсорских денег. Что я хочу сделать? Я хочу в следующем году забрать на областной бюджет вот эти районные больницы все и сделать акцент то, что непосредственно людям надо, чтобы это ощутили и люди, и сами врачи. То есть увеличить медицинскую составляющую. А это надо в первую очередь увеличить снабжение лекарствами. И необходимо либо заменить, либо создать для врачей такие вот серьезные рабочие места. Ставил главврач ЦРБ Александр Николаевич вопрос, что им нужен кювезик. Не тот, который у них стоит. У них он вроде есть для галочки, но ему 10 лет, и они его больше ремонтируют, чем он обслуживает. А, к сожалению, всех не отвезешь в центр материнства и детства, потому что приходит женщина, вот она родила малолетнего ребенка, ну или с какими-то патологиями, надо его поддержать. Мы это записали в протокол, и первоочередное, я еще раз вижу, что все родильные отделения, в том числе и в Алмавахе, должны быть обеспечены нормальным оборудованием, родильным залом, кювезиком, отдыхательным оборудованием для малышей. Ну и надо сделать элементарный капитальный ремонт. И вот следующий год и конец этого мы именно посвятим больницам в районе. Все-таки больницы третьего уровня, которые находятся на областном бюджете, они достаточно серьезно оснащены оборудованием, в том числе экспертного класса. Но, скажем так, ведь если мы сделаем
по цепочке. Приемно-диагностические отделения нормальные, в каждой районной городской больнице, то, с одной стороны, не нужно будет людям ехать в ДДЦ, там, в больнице Калинина или еще куда. Алло. Добрый день. Да, это Шишацкий вас слушает. Андрей Владимирович, здравствуйте. Хотим задать вопрос. Меня зовут Лена. Вот просто смотрю по интернету, очень многие пишут, что растут протестные настроения. Вот на прошлой неделе Макеевка возмущалась там, что это против завода, не выплачивают им зарплаты. В Донецке против строительства тоже возмущается. Вот скажите, пожалуйста, вы как губернатор, как планируете, ну как вообще вы себе видите, ну не скажем так, поддержать порядок, да, а вот что сделать для того, чтобы была стабильность в обществе, чтобы люди и зарплату вовремя поднимали, получали, ну и вообще вот чтобы не бастовали, не протестовали, что как вы себе это видите? Добрый день вам, с праздником Спаса. Спасибо большое, вам тоже со Спасом. Я что хочу сказать. В первую очередь нужен рост реальной экономики, стабильные рабочие места и заработная плата в связи с этим. И часто это вступает в противоречие. Тот же энергокапитал Макеевский, о котором вы упомянули, да? Там были созданы рабочие места, да? С одной стороны. Но с другой стороны, тысячи людей получили, скажем, в придачу экологическую беду. И поэтому моя позиция была, мы поэтому завод этот и остановили, о том, что без устранения экологической угрозы этот завод работать не должен. Поэтому мы время от времени работаем через правоохранительные органы, как это положено по законодательству. По новому законодательству любое закрытие вообще должно идти через суд, что несколько усложнило влияние власти на тех или иных нарушителей. Но я думаю, законодательство, оно на то и есть, оно и меняется в зависимости от того, как жизнь реагирует на это. Что касается протестов в Донецке по театральному, я эти документы со своей стороны сейчас буду изучать. Я вообще сторонник того, чтобы если стройка идет, чтобы все-таки при общем согласии людей, после того, как я изучу эти документы в районе театрального, я обязательно встречусь с людьми и их выслушаю. Потому что я так понимаю, что если город сам не может и местное самоуправление с депутатами это решить, значит будет решать губернатор. Работать надо власти постоянно, быть в контакте, встречаться с людьми и снимать протестные вот такие настроения, которые иногда бывают и раскачиваются и намеренно. Можно обратить внимание, что если по энергокапиталу ранее эту тему оседлали коммунисты, то теперь инициативу там пытается перехватить удар. Ну, это элементы политической борьбы. Ну, я считаю, я противник любых монополий. У нас разрешены выборы, демократия. И в результате выборов политические силы те или иные приходят или уходят. А какими методами они побеждают, ну это бывает по-разному. Спасибо. Если так, как лекция. Андрей Владимирович, мы говорили о медицинской реформе, и вы сказали, что будете пристальное внимание уделять районным больницам. Да, да. Да, я хочу сказать, что, еще раз повторюсь, вот уровня третьего, надо сказать, там и ремонты произведены. Я не говорю, что все там решено. Но нельзя сравнить вот те районные больницы и больницы областного уровня, которые в Донецке. И максимальный эффект для граждан и для самих врачей, я считаю, это обратить внимание на районные и городские больницы, потому что, ну, прямо надо признать, что они находятся в таком неудовлетворительном состоянии. Когда вы были в прошлом году у нас на прямой линии, вы сказали, что не хватает катастрофически машин скорой помощи. И в прошлом году хотели приобрести 200 машин на Донецкую область. Удалось это или нет? Как сейчас? Ну, в общей сложности где-то приобрели порядка 130 машин. Есть вопросы, конечно, и с финансированием. В этом году из областного бюджета предполагается приобрести 10 машин. Государственный бюджет рассматривает субвенцию на 1200 машин. Не знаю, какая будет в Донецкой области доля. Я думаю, наверное, порядка 100-120 машин. Спасибо.
Слушаю. Добрый. Подскажите, пожалуйста, хотела бы задать вопрос губернатору по поводу борьбы с игровыми автоматами. Это губернатор, я вас слушаю. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Подскажите, пожалуйста, я проживаю на микрорайоне Мирный. Угу. И вот у нас еще до сих пор существует такая проблема с игровыми автоматами. Как вы планируете ее в дальнейшем решать? Вот у меня буквально сегодня совещание с правоохранителями, это подследственность милиции и с прокуратурой будет такое совместное. У меня тоже есть целый ряд таких фактов. Мы провели, сотрудники облгосадминистрации провели такой рейд скрытый. И оказалось, что и в районе Донецка, не надо далеко ходить, и в районе ЖД, и в районе Крытого рынка, и в Калининском районе работают игровые автоматы, спрятанные под лотерею, новая схема. И надо просто теперь законодательно доказать, что белое это белое. Что игровые автоматы как были, так и остались, а то, что они называются по-другому, это ничего не значит. Я так даже скажу, сотрудники в итоге легко проиграли деньги. То есть видно, что настроенные игровые автоматы хапнут сразу, то есть они еще так настроены на очень низкий выигрыш, учитывая, скажем так, определенный риск изъятия этих автоматов. Поэтому вам спасибо за звонок, я по Мирному тогда отдельно дам поручение. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Следующий вопрос от нашей читательницы Анны. Андрей Владимирович, скажите, будет ли в Мариуполе открыт современный перинатальный центр? Будет открыт перинатальный центр в Мариуполе уже в ближайшее время. Он уже обеспечен оборудованием. Но самое интересное, что мы не останавливаемся над этим. Мы выделим еще средства в этом году для дополнительной покупки оборудования для мариупольского перинатального центра. Слушаю. Добрый. Слушаю, да, Шишанский. Алло, добрый день. Подскажите, пожалуйста, уважаемый губернатор, у нас происходит реформирование медицинской системы. Но от этого жители нашего региона лучше не становятся. Все труднее попасть на приемы к докторам и получить качественное обслуживание медицинское. Скажите, пожалуйста, а можете вот по конкретике, где стало вот хуже попасть? В каком районе Донецка или области? В Ленинском районе. В Ленинском районе больница 6-я. Нет узких специалистов, нет невропатолога, нет глазного врача. Их вообще ликвидировали или как получилось? Ну тут, знаете, если честно, тут есть больше вопрос еще кадрового дефицита. У нас, не секрет, там треть пенсионеры уже и очень много вакансий. Поэтому мы сейчас боремся за то, чтобы все-таки большую часть выпуска мединститута оставляли у нас. А что касается реформы, ну, я обращу внимание отдельно на 6-ю больницу, почему она ухудшила свою работу. Спасибо. Это не связано с реформой, я думаю. Следующий вопрос, несколько вопросов, тут касающихся 1 сентября. Скоро 1 сентября, все ли школы области готовы к новому учебному году? Если средняя наполняемость школ в области 70%, может необходима оптимизация сети общеобразовательных учебных заведений в Донецкой области? Хотя вы обещали, что школы закрываться не будут. Большая часть школ готова, подписываются акты, в том числе санстанции. Есть ряд школ проблемных, это та же 77-я школа Макеевки, это ремонт крыши. Сегодня шел вопрос, отдельное совещание моя зам получила такое поручение провести. Есть еще там школа 7-я, есть школа 5-я моя родная, Славянский там. Ну, есть сюжеты телевидения, которые это показывают. Мы на это обратим внимание, проконтролируем, все школы будут готовы. Во-вторых, ни в одной школе не будет туалета на улице. Есть еще буквально до 1 сентября еще устранится еще две школы. Город Донецк отличился, он имеет такую школу с туалетом на улице.
Это, наверное, где-то в отдаленных районах. Да, по-моему, в Авдотьино. Но, тем не менее, там города нет. Великоновоселковский район сейчас закрывает эту проблему. По поводу оптимизации. Понимаете как? Да, сегодня нет. Слушай. Добрый. Как будет обеспечена продовольственная безопасность региона? Будем ли мы с молоком и хлебом? Какие у нас перспективы на урожай? Вы говорили, что хорошие, а будет ли продаваться это зерно по нормальной цене? И вообще, как вот вы себе видите нашу продовольственную безопасность в следующем году? Спасибо. Спасибо вам. Я хочу сказать, что с одной стороны, для аграриев этот год в части физических объемов он удачный, в части цен неудачный. И я думаю, удачный вряд ли будет, потому что рекордные урожаи кукурузы в мире. И сейчас, я думаю, наших аграриев ждет вторая волна снижения цен. Они надеются, что они продадут дороже тоже зерно. Но, скорее всего, из-за начала уборки кукурузы наши элеваторы не готовы будут принять такой объем. Наши порты, автодороги, железные дороги, отсутствие зерновозов не смогут переработать это все, и снижение будет. Но с другой стороны, это может положительно сказаться на продовольственной безопасности, потому что наши мелькомбинаты, хлебозаводы уже сейчас делают по достаточно низким ценам запасы зерна. И можно говорить о том, что в ближайший год может быть стабильная цена на хлеб, то есть что может население успокоить. Причем очень много зерна сегодня именно продовольственного. А вот прибыли ни по кукурузе, ни по пшенице, да и по подсолнечному, у которого тоже достаточно высокий урожай, но очень низкие цены, процентов на 20-30 дешевле прошлого года. Наши аграрии не получите. А население может быть спокойно. Вы говорили об оптимизации сети вообще образования. Так вот. Слушай. Добрый. Будут ли деньги на оздоровление сельского донца? Президент обещал выделить деньги на это мероприятие. И что делаются регионы, чтобы получить эти денежки? Вы совершенно правы, есть не просто обещание, есть поручение президента выделить средства на оздоровление Северского Донца. Область для этого заказала проект, и в принципе мы из экологических средств выделили 5 миллионов на и один еще плюс, то есть на два проекта на очистку в двух местах. Первое — это вот в районе Богородичного, Святогорска. И вторую часть — это очистка в районе, скажем так, гребли, дамбы, там, где идет забор воды непосредственно в канал. Мы обратились в Министерство экологии, был министр здесь, и учитывая, что мы в этом году отдадим порядка 200 миллионов государственный бюджет платежей с наших предприятий, конечно, мы ждем обратной реакции, мы ждем серьезное выделение средств. Есть программа, я думаю, она в ближайшее время будет на уровне правительства принята, и эти сотни миллионов вернутся к нам, потому что если вы были на Северском Донце, я лично на байдарке нашел время, прошелся именно от Оскола Красного и полностью вот его, где он впадает, в Харьковской области, и здесь, и увидел, что река все-таки она очень бобрами, от бобров пострадала, много очень деревьев, которые обрушились в воду, есть запруды, также заросла она сильно вот этой вот водорослью пестимией, и есть еще там целые острова, которые намыты ранее, то есть если за реку не бороться, то мы можем потерять единственный источник для нас, это равносильно, так сказать, жизни и смерти. Спасибо большое, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. По школам. У нас что интересно, у нас есть школы, которые не закрыты по решению местного самоуправления, но по которым приостановлена их работа. Алло. Добрый. Я бы хотел вопрос задать губернатору.
знаете, конечно, я вам хочу сказать, очень удобно был Путиловский вокзал расположен. И вообще вопрос ваш, конечно, больше к городской власти города Донецка. И справа, если смотреть на него, и слева город Донецк нашел землю для того, чтобы выделить и построить кучу автосалонов. Но не нашел землю, чтобы построить маломальский автовокзал. Или дать инвестору. А дали землю в том месте, где ни троллейбус не ходит, и где людям добираться совершенно неудобно, и транспортникам перевозить неудобно. Теперь город Донецк пожинает плоды, что у нас нелегальные перевозки, что пытаются на Киевском проспекте просто подбирать. И знаете, как бы даже бороться не хочется, потому что борясь с нелегальными перевозками, мы должны бороться. Мы боремся с нашими гражданами, которые вынуждены с Киевского, там, допустим, проспекта перебираться на админпоселок для того, чтобы сесть в автобус. Поэтому я думаю, что город найдет в себе силы, найдет участок и выделит нормальное место. Я считаю, что таких вот парковок должно быть много, много удобных парковок. Именно так, чтобы они с одной стороны город не запирали, но с другой стороны, чтобы не получилось, чтобы они где-нибудь поставят автостанцию, с которой нужно будет добираться маршрутками и еще раз платить втридорога для того, чтобы добраться до общественного транспорта. Ну, я имею в виду троллейбуса или трамвая. Поэтому у меня просьба, надо задавать эти вопросы мэру города Донецка, в первую очередь. Ну и горсовету. Я вас понял. Спасибо. Так вот, у нас вот есть школа, мы там начали разбираться, надо, там туалет на улице, по-моему, Новомайорская. Но там на данный момент осталось 3 ученика. Громада не принимает, ее через колено никто не, так сказать, заставляет ее закрыть. Но работа ее будет приостановлена, потому что, представляете, в школе учатся 3 человека. И таких школ у нас около десятка. И учатся единицы учащихся, которые приостановлены. То есть эти детки будут переведены в другие школы, близлежащие, да, скорее всего? Ну, скорее всего, так. Вот сейчас вот этот решается вопрос. Сегодня мне буквально докладывал Соловьев Юрий Иванович на аппаратную вот эту ситуацию. А сколько таких школ у нас? Где-то около 10. Около 10. Да, то есть которые де-факто, они уже как бы и не школы, а де-юре, они приостановлены. Ну, это такая форма, знаете, тут должны, конечно, местные громады принять решение самостоятельно. Вопрос от Светланы. Спасибо за яблоки для детей. Будет ли в этом году продолжена программа витаминизации школьников? Я обязательно хочу, чтобы в этом году она была продолжена, несмотря на некоторое такое ерничание иногда. Я думаю, что несмотря на то, что вот пытались как-то где-то вот как-то покопать, где-то как-то, скажем так, покритиковать, но тем не менее, не нашли фактов, что яблоки были куплены дома, они были куплены гораздо дешевле, чем на рынке, потому что были куплены утром. Да. Слушаю, Шишацкий. Добрый. Улица Перевальная, да? Да, Перевальная. Она небольшая улица такая, ниже Соловку. А свой телефон оставьте, я запишу вас как поручение, ну, чтобы у нас была карточка на контроле. А да. Городской давайте или... Ну, давайте городской, Сергей. Да, как ваше имя, отчество. Да. Сергей Николаевич. Угу. Мы и ответим, и такую задачу поставим городу Донецку. Как телефон городской? Городской 213-1253. 12.53. Хорошо, Сергей Николаевич. Спасибо большое. Дадим соответствующее поручение. Спасибо. Так вот, яблоки, да. В принципе, я готов получить и обратную связь и от общественности, и от журналистов, которые зачастую отражают общественное мнение, уже они общаются больше других. Когда это лучше сделать? Я это предложил на аппарат, у меня такое поручение записано. Все-таки реализовать в конце сентября, начало октября до каникул. Потому что именно сейчас надо наибольшее количество витаминов сохраняется. Когда-то первую мы проводили весной,
там есть реальная критика, что да, часть витаминов уже, к сожалению, не сохранилась. Поэтому вторую мы провели осенью. И мы хотим осенью провести для того, чтобы меньше наших деток болели. Я не знаю, насколько это связано, наверное, как-то все-таки связано. Вот прошлая зима, у нас было меньше карантинов, меньше болели дети. Вот это самое главное достижение. И мы должны, конечно, обеспечить всех детей в равных, справедливых условиях. Яблоками, а значит, витаминами. Поэкологии вопрос Павел задает. Вы много говорите об улучшении экологии. А что конкретно делается для ее улучшения? Вы знаете, я все-таки пришел к мысли для того, чтобы люди поверили, чтобы она, экология действительно улучшается или ухудшается. Нужно иметь информацию. И сегодня у нас есть передвижная лаборатория в областной экологической инспекции, ну, которая выезжает, скажем так, в основном там где-то либо жалобы, либо на какие-то аварии, либо типа стерова. Лабораторию купил и город Мариуполь, местное самоуправление передвижное, которое тоже может делать те или иные замеры. Но вот опять же, сегодня докладывал начальник областной экологии Шевченко о том, что все-таки разрабатывается система мониторинга. Это именно датчики, которые должны быть установлены в местах, так сказать, где есть угроза заражения экологии, где живет максимальное количество людей. Я считаю, что такие датчики установлены должны быть и на угрозу администрации. И они должны быть в режиме онлайн доступны людям. Потому что я сам ощущаю, бывает утро, открываю окно, и хочется сразу его закрыть. Живу я на Щерса, у меня на четвертом этаже такой удушающий запах. Или, допустим, наблюдаю такой смог, который нельзя объяснить одними автомобилями. Именно датчики могут нам показать, что именно присутствует сегодня в атмосферном воздухе. А отсюда можно сделать вывод, откуда выброс, потому что можно понимать, либо это есть ДМЗ, либо это коксохимцех, либо это еще там производство каких-то спиртов, которые у нас тоже есть, либо это табачная фабрика, там, либо это мелькомбинат что-то, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну и это я только сказал о Донецке, а для стирола, наверное, очень важно для жителей города поднять голову и понять, или зайти в интернет и посмотреть, а вот что-то изменилось. Потому что не секрет, вот такие выбросы на предприятиях, они бывают, в том числе и на стиролы, и часто и скрываются. Это имеет того же аммиака. И когда люди это слышат носом или видят, но это не находит объяснение, бывает паника. Слушаем. Алло. Слушаю вас. Да, это я и есть, да. Пожалуйста. Алло. Слушаю, слушаю. Слышите меня? Андрей Владимирович, подскажите, вот такой вопрос интересует. Вот были ряд случаев плачевных на наших предприятиях, там вот в Горловке на стироле, да, все писали. А не подскажете, какие-то были проверки вот по другим предприятиям? Потому что, ну, не везде собственники относятся вот к безопасности людей хорошо, скажем. На некоторых предприятиях вот есть информация, что экономят на этом. Были какие-то проверки? Вот что-то можете по этому поводу рассказать? Да, Госоргтехнадзор проводит сейчас соответствующие проверки, и на первые числа сентября у нас будет совместная коллегия с Госоргтехнадзором Украины, с Александром Ивановичем Хохотвой мы проведем, где мы заслушаем такие предприятия. У нас сообщения есть и МВД, есть сообщения других правоохранительных органов, контролирующих, что на целом ряде предприятий деньги не выделяются, деньги экономятся, есть угроза, физическая угроза работникам этих предприятий. Я вам хочу рассказать такой пример. Знаете, все-таки здесь должна быть угроза контроля и наказания. Может, это пример такой несколько жестокий, но когда на стироле такой крупный случай произошел 75 лет назад, в 1938 году, тоже погибло 6 человек, это вот мне со слов рассказывали на стироле, то в течение нескольких месяцев было проведено следствие, и 6 человек расстреляли руководителей, которые
были ответственные за это. И 75 лет этой прививки хватило, чтобы крупных случаев не было на стероиде. Я, конечно, скажем так, далек от мысли, что надо все-таки расстреливать за это, но наказывать надо. Я говорю, что наказывать нужно тех, кто вот так относится к технике безопасности, и обязательно должны быть найдены виновные. А если, например, вот есть какие-то претензии, да, вот к соблюдениям... Ну, если есть претензии, желательно их все-таки... Куда можно вообще пожаловаться? Ну, вообще, в Госгортехнадзор лучше всего обращаться. Это их компетенция. Сейчас, правда, такое законодательство, что придется через суд закрывать, если такие есть подозрения. Но суд идет административный навстречу. Если есть угроза, даже предприятие закрывается. Ага, понятно, понятно. Хорошо, спасибо вам большое за ответ. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Андрей Владимирович, вы говорили... Переадресовал я. Вы говорили о вот этой системе экологического контроля. А когда планируется внедрить вот эту всю новую систему? Вы знаете, пока график четко не подписан, но первые должны появиться уже в конце этого года. Это первые, да, пилотные. Первые. Я вот именно хотел бы, чтобы это, конечно, был Донецк, в первую очередь Горловка и Мариинка. Потому что, ну, знаете, я не говорю, что я не доверяю мониторингу предприятий. Вопрос в том, что предприятия зачастую не заинтересованы поделиться этой информацией. Ведь хорошо, что отреагировала правильно вот областная власть. Та же санстанция наша, буквально там в 16-10 на стероиде уже сделали первые замеры 800 метров от источника этого выброса и с 1000 метров. И когда начали уже, ну, около 5 часов размещать эти данные, это несколько снизило панические настроения людей, и что это все-таки локально и нет угрозы населению. Вот у нас есть тоже вопрос по стиролу. Вы уже сказали, что нужно наказывать, но вот где-то вот в этой же плоскости этот вопрос идет. Трагедия на стироле, когда погибли люди, показала полный провал гражданской защиты населения не только на производстве, но и в области. Оповещение населения уже не в первый раз полностью отсутствует при ЧС. Планируете ли вы кадровые выводы в госструктурах, отвечающих за безопасность людей в области? Ну, я бы не стал бы делать такие выводы. В части информирования, что касается стирола, есть четкий график, как, где было вывешено на сайте администрации, на МЧС, прокуратура информировала. Информированность достаточно быстро была. Вопрос в том, насколько быстро сообщило предприятие, вот был ли вопрос взаимодействия несвоевременной информированности МЧС, диспетчерская служба стирола, то есть более часа не было информации. И вот здесь вывода комиссии, в том числе я настаивал на том, чтобы именно записали, чтобы оснастить, как на шахте, чтобы в автоматическом режиме сразу информировались все службы, для того, чтобы можно было отреагировать, а не выглядывал диспетчер, он тому позвонил, а тому забыл. Да, есть инструкция, но когда у него есть еще у диспетчера необходимость внутри завода какие-то действия производить и давать команды, то, знаете, это недопустимо, когда больше часа не сообщается МЧС. А в принципе, сказать, что это повлияло на ликвидацию, наверное, нельзя, потому что только специализированные подразделения стирола достаточно быстро и успешно справились с ликвидацией этой локальной аварии. А я еще раз говорю, а вот система всеобъемлющего оповещения, конечно, там должна быть обязательно внедрена по итогам этого расследования, потому что, опять же, и скорой надо автоматически сразу, чтобы уходила информация, потому что первое время оказывала только скорая самого стиролога, которая, естественно, оборудована гораздо хуже, чем новые скорые той же Горловки нашей областной скорой помощи. Вопросы есть, коллеги? Коллеги? Владимир Владимирович, сейчас качественно на тему отдых в Египте из-за массовыми, люди все равно туда летят. И вот скажите, планируется ли какой-то контроль в этой сфере, ну, может быть, рекомендации не лететь туда. И что делать тем людям, которые заявки свои оформили, но потом из-за массовых вот этих вот бунтов пытаются отказаться от них, но им не позволяют. Вообще, мое мнение, это вообще-то МИДовская вообще тема. Я бы, наверное, здесь бы, с одной стороны, чтобы МИД
принял соответствующее решение. Я за то, чтобы вообще, знаете, я считаю, туда ехать опасно. И, ну, опять же, у людей, наверное, так говорят, жаба давит уже, чтобы если поехал, то потерять. То есть нужно такое постановление, чтобы это было форс-мажор. Но это, конечно, на еще и межгосударственном уровне должно быть подтверждено, если эти деньги перечислены уже гостиницам за места Египет. То есть тут надо, с одной стороны, чтобы люди в первую очередь остались живы и здоровы, во вторую, чтобы они получили деньги, а в третью, чтобы еще и туроператоры не разорились. Вот это как все состыковать. Ну, первый шаг должно сделать вот, по примеру той же России, там есть решение, не просто рекомендация Министерства иностранных дел. То есть надо работать на упреждение. Лучше не пустить, чем потом эвакуировать. Вот такое мнение. Спасибо большое. Еще вопросы? Все? Спасибо вам большое, что вы нашли время и ответили на все наши вопросы. Вам спасибо.